Да, не дожил тортик до финальной сцены. Ладно. Всем привет, на канале Готовим Вкусно, с вами я, Павел, и я готовил очень вкусный, классный и очень простое приготовление торт, который приготовит любой мужчина и ребенок, и вообще просто никаких особых навыков не нужно. Обязательно посмотрите это видео до конца, в конце вас будет ждать сюрприз. А мы с вами начинаем. Минимум ингредиентов, максимум вкуса, все очень просто и очень быстро. Погнали! Итак, нам понадобится абсолютно минимальный набор как ингредиентов, так и инструментов. Нам не понадобится ни духовка, ничего такого. Вот такая форма, которая стоит 70 гривен или даже 60, в зависимости от того, какой магазин. 60 гривен это там или 70, это примерно 150-140 рублей. Вот такая вот штука. И миксер-блендер. Тут два в одном. Все, что нам понадобится. Приступаем. Набор ингредиентов. Готовим. Итак, сметана 200-250 грамм, загуститель для сметаны есть в каждом супермаркете, щепотка ванилина, 6 столовых ложек сахарной пудры, творог, магазин или домашний, домашний даже будет круче немножко, шоколадка для обсыпки, можно взять, не знаю, того вкуса, который вы любите, то есть в ней вообще не проблема, и вот такие печенюхи, то есть в принципе... Все зависит от вашего желания. Я пробовал с разными, с печеньем такого квадратного типа, с добавлением какао и кофе, тоже отлично получается, вообще просто бомба. У меня здесь чем у нас здесь? Сгущенное молоко и ароматом масла и ванилина. Пойдет. Все, печенье нам понадобится где-то 800 грамм. Погнали! Итак, берем емкость, где мы будем готовить нашу начинку, и высыпаем в нее 450-500 граммов творога. Теперь, из-за того, что творог магазинный, он достаточно сухой. Добавим пару чайных ложек сметаны. Теперь с помощью блендера смешаем все к однородной субстанции. Ну все, собственно, у нас вот такая однородная творожная масса. Это и будет наша начинка. Она готова. Так, берем форму нашу разъемную. И берем наши печенюхи. Вот такие квадратненькие. Тут самое важное, и что придает такой очаровательности этому торту, это то, что они будут располагаться вертикально. Так, берем печенюху. Намазываем вот так начинкой для торта. Так, хорошенечко. И вот так под бортики выкладываем. Повторяем эту процедуру для всех печенюшек. Итак, чем ближе к центру, тем у нас больше получаются промежутки между печеньками. Для того, чтобы этого избежать, печеньки ломаем на две части. И начинаем дальше закладывать все. На вот такие кусочки, соответственно, будет меньше проблем. Как раз. И закладываем. Так будет более плотная укладка. Вот такая замечательная у нас печенюшно-творожная розочка получилась. Мы ее пока убираем в сторону. А теперь приступаем к приготовлению крема. Прямо вот в этой же миске, где у нас был творог, вываливаем сюда сметану. В сметану добавляем немножко ванилина, чистого, не ванильного сахара, а ванилина. Итак, теперь такая штука, загуститель для сметаны. У меня сметана магазинная, она мне нужна будет по-любому. Стоит там в районе 5-6 гривен или 15-20 рублей. Рассчитана она на 250-400 миллилитров жидкости, я возьму где-то 1/3 часть. И добавляем сюда же 3 столовые ложки сахарной пудры. Слегка это все перемешаем. Вот так. Берем миксер и взбиваем до однородной массы. Все, видите, загуститель свое дело сделал, все сразу стало густым. Теперь берем столовую ложку наш торт, крем и выкладываем вот так наверх. И промазываем вот так верхушечку.
Чуть-чуть крема мы оставим для того, чтобы промазать бока. Теперь вот это отправляем в холодильник на часов 12, то бишь на ночь. Если вы это будете готовить 7 марта, значит на 8 это все будет готово. Часть крема обязательно оставляем. Верхушечку промазали и в холодильник на ночь. Прошло 12 часов, достаем и смотрим, что у нас получилось. Итак, сразу скажу про косяки этого рецепта. Крема нужно делать в 2 раза больше, поэтому так и рассчитывайте, что крема у вас будет в 2 раза больше. Я еще сделал 2-ю порцию крема, потому что посмотрел, что мне не хватит на обмазку боков. И сразу добавил наверх. Теперь нам надо снять нашу форму. Для этого возьмем нож и аккуратненько пройдемся по краю формы. Для того, чтобы отлепить печеньку. Теперь открываем и снимаем. Теперь берем лопатку, крем и обмазываем вот так вот бочки. Видите, вот такой у нас кремчик получился по бокам. Отставляем пока в сторону. Для украшения мы брали 1 шоколадку. Натираем ее на терку. Я думаю, вот этой будет достаточно. Натерли шоколад на терочку. Он у меня с орехами, так что будет еще вкуснее. И вот так хорошенечко просто засыпаем все. Не забываем про бока тортика. Их также нужно хорошенечко обсыпать шоколадом. По итогу мы получаем вот такой забавный тортик. Сверху можно украсить чем-то, не знаю, там цветочек положить, написать что-то, выложить что-то из винограда, клубники, в зависимости от сезона. Давайте посмотрим, что у нас на срезе будет. Итак, у нас получился вот такой интересный, ароматный, мягкий, творожно-сливочный, сметанный тортик, который готовится буквально 20-25 минут. Бомба! Попробуйте, напишите свои комментарии. А с вами был канал «Готовим вкусно». Всем приятного аппетита с 8 марта или любым другим праздником, на который вы искали этот рецепт или на него попали. Подписывайтесь на канал, колокольчик. Всем спасибо! Привет, друзья! Меня зовут Ольга Лунгу. Я бы хотела пригласить вас посмотреть, как я готовлю очень вкусный и чудесный торт без выпечки «Эклер». Торт готовится очень быстро, а от его вкуса вы останетесь в восторге. Если вам интересно, переходите и смотрите. Ссылочку Павел оставит внизу в описании. До скорых встреч!